Дорогие севастопольцы, вот и наступают наши самые светлые, самые теплые, самые любимые праздники. Новый год и Рождество Христово. Наверное, самый большой подарок, самая главная ценность этих зимних праздников – это возможность провести время в кругу семьи, почувствовать тепло и уют домашнего очага, прогуляться с родными и близкими по любимому празднично украшенному городу. Севастопольцы всегда отличались большим, добрым, открытым сердцем и готовностью прийти на помощь, на выручку ближнему. Давайте в эти новогодние праздники вспомним о тех, кто действительно нуждается в нашей заботе, внимании, кто нуждается в нашей помощи. Пусть каждый из нас в эти праздники почувствует себя волшебником и совершит чудо, сотворит доброе дело, наполнит мир светом радости и великодушия. Пусть 2022 год станет созидательным, благополучным, стабильным и откроет новые радости, порадует новыми свершениями. С Новым годом, с новым счастьем! Наполните эти слова своим особым, сокровенным смыслом, своими мечтами и надеждами. И они обязательно сбудутся. С праздниками, дорогие севастопольцы!